Для меня Питер является городом молодости моей, городом студенческих лет, городом, который дал мне путевку в жизнь, поскольку я не только получил диплом, но и стал гроссмейстером, и в Ленинграде я выиграл международный турнир, матч у Спасского, и стал чемпионом мира. Анатолий Евгеньевич Карпов – неоднократный чемпион мира по шахматам. Конечно, ему на роду было написано раз за разом покорять эту вершину, но рискнем предположить, что стремительному профессиональному формированию Анатолия Евгеньевича идеально способствовала мощная культурная энергетика тогдашнего Ленинграда. И не только профессиональному, но и гражданскому. Оставаясь в элите действующих шахматистов, гроссмейстер Карпов является президентом Международной ассоциации фондов мира, послом доброй воли детского фонда при ООН. Первый раз я познакомился с Ленинградом, когда я был еще мальчиком, школьником. В 1964 году приехал, и, конечно, для каждого Ленинград начинался с Невского проспекта и с Исаакия. Но потом, когда я поступил учиться в Ленинградский государственный университет на экономический факультет, Ленинград, конечно, расширил для меня границы. Это уже был не только Эрмитаж. В Питере очень красивое место — стрелка Васильевского острова. И многие говорят, что это самое чудное место. Но когда стоишь на этом месте, ты не видишь всех прелестей начала острова. И поэтому для меня самым красивым местом и самым таким привлекательным всегда было начало Кировского проспекта. А только перешел мост, или даже на мосту вот стоишь. И там же с одной стороны Зимний сад, с другой стороны видишь Петропавловскую крепость. Напротив стрелка Васильевского острова, просматривается Эрмитаж, Нева почти до Балтийского залива. И сзади удивительное здание мечети. И вот бывало с моими друзьями, с моим тренером Семеном Абрамовичем Фурманом, друзьями Цейтлиным, Карасевым, мы ходили пешком из шахматного клуба в Дом офицеров или из Дома офицеров в шахматный клуб. Вот, за команду которого я играл все годы, что жил в Ленинграде. Любимые места мои были для прогулок. От Сневского пройти до Кировского моста. Вот это место, мне кажется, очень интересно. И для меня оно очень примечательно, памятное во всех отношениях.